Да, Артём, чё? Я хочу лизуны. Какие лизуны? У тебя их куча. Я хочу лизуны. Папа, я хочу лизун. Ты хочешь лизун? Да. А я хочу поработать и поспать. Папа, пап, я хочу лизуны. Артём, всё. Лизуны покупать сегодня не будем. Я пошёл спать. Хочу лизун купить. Вот папа. Он забыл телефон. Я позвоню. Куплю много изумов. Ей! Алло! Здравствуйте. Здравствуйте. Это магазин плаймов и лизунов. Нам надо много изумов. Хорошо, заказ принят. До свидания. Пока. Заказал много изюмов. О, доставка приехала! Доставка приехала! У меня много изюмов и кровать. Поехали! Какой-то улыбки. Розовый! Радую, все аккуратно, он улыбки. Почему? Открываем красивые бёрстки мини. Дороги нет. Открываем зеленый. Это изум. Какой красивый. Это розовый. Поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Я Артём. Что-то липкие. Ну, я пойду помою. Что это? Это лизун! Артём! Ты где? Папа! Помоги! У меня рука застыла! Папа! У меня рука застыла! Артём! Что случилось? У нас есть пол в лизунах! Папа, рука застыла! Артём, это лизуны? Откуда они у тебя? У тебя вся рука в лизунах! Папа, что это? Так получилось! Ребят, я даже не знаю, откуда столько лизунов у Артёма! Артём, а ну-ка расскажи, откуда у тебя столько лизунов разноцветных? Пока я спал, они откуда-то появились! У тебя все руки в лизунах! И у папы теперь тоже! Артём, где ты их взял? Это я забыл телефон, а ты с него позвонил и купил слаймы? Да. Вот это сюрприз для папы. Я больше не буду оставлять телефоны на диване. Сколько ты лизунов заказал? Много-много. Много-много лизунов. У меня вся рука в лизуне. Отцепись. Ну все, ребят, мы пошли мыть руки. Мыть руки.
Если вам понравилось, как Артём играет в лизунов, то подписывайтесь на наш канал. Я Артём! Лизун! Лизун напал! Ребят, всем пока!